Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал AimBot, и, как я и обещал, игра Трансформеры. Не заставила себя долго ждать, и сегодня будем смотреть мы на Бластера, на нового нашего бота, который был недавно, да, добавленный, и который у нас уже появился, и сразу же давайте к нему, все-таки отправимся, боты, посмотрим, что да как он у нас там поживает, и немножко его чуть-чуть совсем раскачал. Наверное, мы его еще сейчас чуть качнем, если у меня есть, конечно, чем, где он вообще находится. У нас еще к тому найти бы его. Так, вот он, Бластер. Смотрю на него и не вижу. Улучшить. Конечно же, улучшаем. Пригодится улучшение. Подниму я его, наверное, на 10 ранг, вот на 10 уровень, скажем так. И оставлю его, наверное, так. Пока поднимать не буду. Вот, вообще, как скажете по поводу этого бойца, хороший он, нехороший, пишите, пишите в комментариях, если у кого он уже появился. В принципе, улучшить я его тоже могу, но пока не буду этого делать. Вот, 328 у нас мощи, и мы можем отправиться куда-то кому-нибудь навалять. Вопрос только, конечно, остается такой вот, кому и где навалять можно. Вот. Давайте все-таки выберем бой. Сюжетные миссии, наверное, сюжетные миссии попробуем, посмотрим, что да как. Здесь у нас насколько мощные противники. Рекомендовано 4000, да, значит, противники действительно будут мощные, нам здесь не место. Если у нас боец, ну, меньше, чем в 400, получается. Значит, так, давайте попробуем тогда, ну, конечно же, да, это часть четвертая, потому что, так, хорошо, хорошо, тогда давайте попробуем в особые все-таки зайти и посмотреть, что да как у нас вот здесь вот, значит, здесь вот, да, сколько нам надо, тоже 4, да что ж ты будешь делать там. Я боюсь, что просто я не вытяну и не покажу вам что-то как. Ладненько, давайте все-таки попробуем. Уберем, наверное, кикбэка отсюда вам. Уберем кикбэка. Либо арс можно, в принципе, убрать. Давайте изменим отряд. Кого-нибудь уберем и поставим. Кикбэк просто почему он здесь вот они дают бонус друг другу. И поэтому здесь они неплохо стоят. Хотя бы будут какой-то бонус и бластеру давать. Вот. Значит, что мы перекидываем его, наверное, сюда. О, перекидываем его сюда. Так. Убираем Арси. И да, наверное, давайте вот так вот сделаем. И у нас появился еще бонус, конечно. Конечно же. Вот, вот таким составом мы сейчас и отправимся. Отправимся, наваляем противнику, либо противник наваляет нам. Скорее всего, будет второй вариант, потому что я не уверен в Бластере. Вот. Не, я уверен, если он прокачанный будет, ну, на таком уровне, как он сейчас, да, на 10-м, то есть, ну, вы видели все сами. То есть, вряд ли в 300 мощи мы куда-то далеко уйдем. Вот, значит, пропускаем диалоги, смотрим, что у нас здесь есть. Шартиконы. Против скоростного нам точно не имеет смысла идти. Вот давайте, наверное, против Шартикона по левой стороне, по левой веточке мы пойдем и здесь посражаемся. Посмотрим, что да как у нас здесь будет. Саундвейв, да, конечно же, нет. Берем мы Бластера. Попытаемся сегодня третью спец сделать, потому что мы третью спец на Бластере так и не сделали. То есть мы провоцировали его на вторую спецатаку, я насколько помню, два раза мы его спровоцировали на спецатаку, один он расщедрился один раз всего лишь, ну а третью спец он, соответственно, нам не показал. Поэтому мы сейчас постараемся все это дело исправить и накопить третью спец. Если не получится у нас накопить третью спец, значит плохо. Значит придется выходить, пересоздавать и биться с более легкими противниками, чтобы они нас били, а потом хоп, накопили и просто с одного удара все вернули. Вот, сполна. Вот. Ну, заставочка, что у нас, боты-задиры там были в заставочке, больше я не успел ничегошеньки прочитать, про дружище, так, погоди, ну, неплохо он машет ногами, так, лево, да что ж ты будешь делать, у меня он просто почему-то не подпрыгивает, я не знаю, то есть не подкатывается к ним, я ухожу в бок, что у меня с управлением, что здесь творится-то, погоди, хватит стрелять, хорош. Хорош, завязывай, Шартикон, неудачник.
А почему неудачник, я могу ответить. Потому что у него всего две спецухи. И ему этого хватает. Так, ну мы... Да, успокойся ты. Ну мы, по крайней мере, здесь... Да что ж ты будешь делать? Накопим третью спец. Вот, все. Смотрим на третью спец. Это самое главное, что я мог вам показать. Потому что больше я, наверное, далеко не уйду сейчас. Я не знаю, почему у меня с управлением какая-то ерунда. Я нажимаю подкатываться, он, блин, не подкатывается. Либо я что-то много жму всех клавиш. Многого хочу, наверное, от него. Давай, подбегай. Сильный удар. Вот так, отлично. Шок, шок, шок. Все. Добили. Мы, наверное, я, скорее всего, жал на все клавиши, и он просто в растерянности стоял. Бот, ты что от меня хочешь? И просто стоял, ничего не делал. Вот, потому что я, по-моему, и жал вперед, и жал и удары, и еще чего-то там, и, видимо, это... Он не понимал, что все-таки я от него требую. А требовал я от него многого. А он ничего мне вообще не стал делать по этому поводу. Значит так. Нам нужен, в принципе, кто-нибудь... Скоростной нам точно не нужен. Кто-нибудь слабенький. Вот давайте, наверное, все-таки по левой стороне поедем. Более слабые противники здесь. И попытаемся здесь себе удачу, счастье и всякое такое. Потому что, ну, я не знаю, у нас что-то с жизнями совсем все печалька. Восстановление сделаем, потому что у меня все равно где-то пропадают лечилочки. Лечилочки пропадают, и это, в принципе, тоскливо. А если... Даже и не пропадает, то я думаю, найду себе лечилу где-нибудь. Вот. Ну, давайте хотя бы вот так вот вылечим. Не так уж много мы потратили, всего 3 лечилки, так как жизни у нас очень-очень мало. Вот. А поэтому мы сейчас пойдем и наваляем Гриндору. Гриндору жизни у нас меньше, чем Гриндора. По атаке я не гляну, соответственно. Но, в принципе, в целом, примерно мы одинаковые должны быть. Единственное, что у него интеллект искусственного бота, а у меня интеллект бота не искусственного. Вот. Вот это самое главное отличие. Ты сечешь, наверное, грань, фишку, да? Вот. Ну, тем не менее, он один раз меня ударил. Вот. Один раз ударил, после чего я сейчас его ударю. Шок, хорошо, все дела. Так, отличненько. Давай. Иди сюда. Давай постреляем. Пам-пам-пам. Помехи. Ой. Ой, зачем я подскочил к нему во время спец? Вот кто мне скажет. Это была моя глубочайшая и глупейшая ошибка. Блин, да что ж ты такой воротливый-то, Гриндор? Ты завязывай свои вот эти вот выкрутасы, свои прыжки, ужимки. Давайте вторую спецатаку тоже посмотрим. Ну, какая-то она такая, на самом деле. Ты чё так много стреляешь? Ты много стрелять, я тебя много бить. Вот так. Вот так вот еще. Понимаешь, тебе против меня? Ну, никак, все-таки. Все-таки тебе никак. Я назад, я ухожу назад и тебе делаю бабах вперед больно. Вот так вот, да. Значит, что я? На чем я? Больно, да? Значит, на больно. Больно, значит, мы его сейчас расстреляем. Сильная атака, легкая атака получаем в шнапак, после чего мы делаем ему вот так и добиваем первый спец. Все, победа за нами, нокаут противника, все дела. Мы стоим в победной стойке позе, как хотите называйте, мы победили. Вот. Что еще можно отметить? Ну, не знаю, в принципе, боец как такой, можно биться, но... Вот, я не знаю, посмотрим мы еще, если я опять же не забуду, на его коронную способность. Вот. Потому что, ну, я не знаю. Может, кто-то будет коронка ему давать, и она у нас не открыта. Вот. Вполне возможно. Значит, давайте еще немножечко сделаем восстановленницем. Восстановленницы вот таким вот образом. Раз и два. Этого будет достаточно, наверное, предостаточно, чтобы пройти, по крайней мере, вот этого Рэтчета. Я более чем уверен. А ты уверен? Ты уверен? Я уверен, да. Все, я поверил в себя, я уверен, и мы это сделаем. Мы победим Рэтчета. И минута тишины. Ну, менее чем минута, ладно. Чуть-чуть тут вот в этом месте вас обманул. Ай, больно. Больно. Бах-бабах меня бить. Ай,
хватит стрелять, ты чё такой чёткий, а? Ты чё такой чёткий, типа, чёткий, да, типа, чёткий, да? Вот так ты умеешь, да, я тоже умею так стрелять. И могу ещё вот так стрелять, а ты стой дальше в блоке. Вот так вот я ещё стрельну, опа. Ладно, давай, хватит, поиграли с тобой. Ой, два друг друга ударили. Чё-то я куда-то наплевал на клавиатуру, по-моему. Сорян, бро, сорян, клавиатура, бро, сорян. Вот. Так, что тут не так? Давай, все, надоел ты мне. Иди ко мне, вот так вот. Да, на тебе, на тебе, на тебе. Давай еще. Опачки, опачки, ушли, ушли. Так, у него вторая спецуха, это мне не особо радует. Так, давай попробуем подбежать, отбежать. Блин, он не хочет ее выполнять. Угу. Так, давайте-ка мы вторую спец выполним. Блин, ну мы его не добьем чуть-чуть, нет, или добьем. Нет, он, смотри, восстанавливается. Он восстанавливается, бьет нас еще при этом же. Нет, 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 не получится тебе ничего. Хотя мы на него какие-то, по-моему, дебафы наложили, которые, как я понял, он должен тратить жизни, но он их стал восстанавливать за счет своих способностей, блин. Немножко все не так пошло. Совсем чуть-чуть не так. Вот, ну, тем не менее, как я и сказал, мы победили. Победили, отправляемся далее. Отправляемся далее. Смотрим, что у нас здесь по сторонам. По сторонам у нас нету энергии. Вот это вот. Вот это вот, блин, да. Вот это вот, блин, да. Так, что здесь? Что здесь? Здесь, вот здесь, вот сюда, да, нам идти. Ну, давайте, наверное, сейчас попробуем еще боечек. И, в принципе, мы уже... взглянули, что кого. Кто-то мне на походу энки бросил, да? Немножечко. Прям совсем капельку, чуть-чуточку. Блин, ну банку тратить мне как-то, если честно, не особо хочется. Давайте, наверное, посмотрю рекламку ради вас и ее вырежу, соответственно. А вам покажу, что потом дальше боевочку. Закончилась рекламка, и вот он я перед вами, продолжаю дальше играть, продолжаю бежать. Бежать в неизвестном направлении, потому что этот путь для меня новый и не открытый. Вот, здесь что у нас? Здесь у нас боты. Угу. Значит, кто-то у нас налево, напрямо налево, не надо. Значит, едем направо. Направо едем и смотрим, что у нас... Вот тут у нас очередной будет бот, автобот, Мираж. По классу мы, в принципе, схожи, похожи, поэтому я думаю, мы не будем даже лечиться и просто-просто возьмем и пойдем отправимся в бой, и мы его победим. На 1000 меньше у нас жизни, но я думаю, мы затащим. Потому что, ну, воскрешаться, на самом деле, мне не особо хочется, хотя можно, в принципе, и лечилочку одну потратить для перестраховки. Ну, все, что сделано. То сделано. Соответственно, отправляемся и будем сейчас бить Миражу лицо. Лицо больно сильно и вот так вот. Потому что он хочет нас расстрелять с расстояния. Мираж, нет, ты попал в тупик и я тебя тут, наверное, не выпущу сейчас. Что хочешь, делай, хоть уворачивайся, не уворачивайся. Я тебя буду сейчас бить, 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 бить. Блин, это же не... Это же не Marvel BC, назад нету ухода. Нет ухода назад. Хватит мне в морду стрелять. Нет, походу я проиграю, ребятки. Походу я проиграю, и это немножко мне перспектива уже начинает печалить. Прям совсем-совсем малость. Блин, мы накопили третью специю, он нас ударил. То есть он ударил нас, и мы накопили третью специю. Вот почему Инураса в разные игры мешает играть. Боль. Ладно. Ладно, значит, Мираж. Мираж, мы возьмем, короче, и пойдем тебя сейчас добьем, и все. И добьем, не знаю, вот, кикбэком. Кикбэком тоже, думаю, сейчас мы, наверное, что-нибудь да сотворим. Попробуем сейчас накопить третью спец, потому что кто-то еще... Кикбэк тоже довольно-таки новый персонаж, да, и кто-то, возможно, третью спецуху так еще и не посмотрел. Вот, поэтому мы, в принципе, сейчас взглянем на нее, и на сегодня, я думаю, в принципе, с этим делом можно заканчивать, потому что открывать я ничего не планировал. Вот, все как есть, так и есть. Хотел просто посражаться, показать вам на спецатаке, да, и, в принципе, не забыть попробовать зайти еще почитать, что дает ему все-таки коронная способность. Хотя, допустим, вот у того же кикбэка мы не читали ничегошеньки, по-моему. Вот, просто мне писали в комментариях, что, в принципе,
кикбэку коронка не обязательно нужна. Вот. Могу согласиться, потому что я не знаю. Я не знаю. Я не ас в этой игре, ребята, сори. Наоборот, я хочу от вас услышать комментарии о тех или иных бойцов. И уж если когда я буду мастером, если опять же буду, вот, то тогда я буду вас учить. А так вы, в принципе, делитесь советами между собой. Ну и также советуйте мне, то есть в комментариях о том или ином бойце-боте. Вот. Значит, что у нас? Что у нас есть? У нас есть боты. У нас есть бластер где-то там, где-то вот он, вот там. И давайте попробуем почитать данные. Прежде всего, давайте биографию тоже на него взглянем. Только один автобот может наделать столько шума, сотрясая вокруг безумными ритмами. Бластер, некоторые из его мелодий могут повредить ваши звуковые рецепторы. Что будешь делать-то? Но он мастер по части закатить улетную вечеринку в любой момент. Короче, как-то так вот. Ну, да. Он же в бумбокс трансформация у него. Давайте попробуем, на самом деле, посмотреть. Да. Бумбокс 100% был. Ладно, возвращайтесь обратно, ребятишки. Вот, что нам дают бонус синергии? Давайте прежде всего посмотрим. Бонус синергии я не буду читать, все перед вами, если кому-то интересно. Значит, вот рейтинг атаки, в принципе, неплохо. Но они, опять же, одной способности идут, что, в принципе, не очень удобно в команде. Вот, но, тем не менее, 3% рейтинга атаки, это на дороге не валяется просто так. Вот, поэтому, в принципе, да. В принципе, можно их брать Soundwave и Blaster в команде. Вот. Для каких-то определенных заданий, миссий. Вот. Как-то так вот. Зачем я вышел? Вопрос. Вопрос на миллион. Зачем я вышел? Соответственно, миллион я не дам. У меня его нет просто-напросто. Вот. Значит, так. Что я хотел? Спецатаки, уникальная способность закрыта, прежде всего, да, и давайте все-таки взглянем, что. Получение дубликатов открывает, ну, понятная способность, все. Поглощающий щит. Система щитовая бластера может быть улучшена до поглощения получаемых энергетических атак и восстановления урона. Его товарищи автоботы, в свою очередь, запросили улучшение для своих звуковых рецепторов, чтобы они не вышли из строя от его музыкальных предпочтений. То есть он поглощает урон энергетических атак и восстановление урона. Ну, да, то есть получается энергоатаки какие-то не будут так сильно проходить по нему, критовать, дэмэджить и тому подобное. Вот. Способности, значит, повышение мощных звуковых атак и эффектов от способности, значит, усиление у него есть. Вот, снижение урона от дальних атак и скорость полета снарядов. И снижение получаемый урон. Ну и умение, давайте тогда умение, я не знаю, я не буду читать, если кому-то интересно, я вот вам просто вот остановлюсь, пролистаю все это далее, и я думаю просто, ну не знаю, не вижу смысла во всем этом вам читать, потому что больше половины это неинтересно будет, а тем, кому интересно, те, ну, сори, бро, прочтите сами, вот как-то так вот, все. Все, я вам показал, в принципе, бластер. Вот он, трансформация, еще раз взглянем на него. Но трансформацию он, соответственно, не показывает. Он показывает своих вот этих вот меньших братьев-ботов, которые вот кассетные боты, которые живут в нем, да, там, не знаю, как они там живут, существуют, там, ну, короче, находятся постоянно при сердце, да, если там есть сердце, при груди, вместе с бластером. Вот, вот они. Скриньте, смотрите. Встречайте. Вот. Ну, а видео, в принципе, подошло к концу. Если кому понравилось видео, да и вообще вы хотите поддержать канал, поддержать меня, прежде всего, пишите комментарии. Комментарии хорошие, комментарии плохие.
плохие не всегда выходят в свет, да, то есть понимаешь, да, а хорошие всегда остаются под видео, поэтому хорошие лучше писать, вот. Ну и опять же, какие-то комментарии, которые помогают в игре и которые помогут в игре и мне, помогут в игре и другим, да, кто плохо эту игру знает и кто, допустим, только начинает играть, пишите какие-нибудь отдельные хорошие комментарии. Вот, ну и также подписывайтесь на канал, потому что игра Трансформер будет и в дальнейшем выходить. И если ты хочешь больше видео по этой игре, конечно, подписывайся на канал. И чем вас больше будет по этой игре, соответственно, будут чаще также выходить ролики по этой игре, соответственно. Вот. На сегодня это все. В принципе, все, что хотел, я вам показал, рассказал. Поэтому всем пока, ребятушки. Всем спасибо, что вы посмотрели это видео.